Направили, значит, Василия Ивановича Чапаева и адъютанта Петьку его в Африку, значит, для помощи слаборазвитым африканским народам. Ну, через какое-то время приезжает комиссия с проверкой, ну, и смотрит, значит, Василий Иванович на своей... На коне, блядь, в бурке, в папахе, во всем обмундировании привязал, значит, негра, блядь, к это фал, лыжи водные, и вдоль, значит, Лимпопо он его тащит на этих водных лыжах, блядь, тот катается. Ага, они такие, нормально, блядь, к Петьке проехали, а Петька, блядь, двух негров запрёк, блядь, вместо буйлов и пашет землю. Все такие, вы это самое, Петька, да вы, блядь, это нельзя, вы, блядь, эксплуатация, нахуй, трудового народа. Тут, да вы что, вот, учитесь у своего командира, вон он, блядь, негра на лыжах на водных катает. Вы че, блядь, вы ж ничего не поняли, это ж он, блядь, крокодилов на него, на живца ловит.